Житель городского округа Люберцы, художник, член Союза писателей России Виктор Марков выпустил в свет свою новую книгу. «Облака над лугом» – шестой по счету сборник стихов талантливого поэта. На презентации издания работали мои коллеги. Что происходит? Не понимаю. Чувствую осень. Воспринимаю золото листьев и холод души. Блеклые травы и русые косы вижу простой деревенской груши. На презентацию новой книги Виктор Марков пригласил самых преданных и близких людей. Это коллеги, друзья и просто единомышленники, которые ценят его творчество. И само мероприятие проходит уже в родной библиотеке имени Есенина. Здесь автор презентует все свои издания. В этом сборнике, в этой книге собрано мною самые лучшие, половина. Всего у меня опубликовано где-то 500 стихов, в этой книге 250. Я отобрал самые лучшие для избранного и поместил в свой, как можно, если так выразиться, итоговый сборник в литературной творческой работе, в поэзии. В этом сборнике избранных стихов произведения, написанные за последние 20 лет. Основная тематика – любовь к малой родине, Подмосковью и городскому округу Люберцы. Стоит отметить, что большую часть своей живописи Виктор Марков также посвящает родным краям. Я стараюсь в живопись апоэтизирование внести. И практически вот каждый мой живописный пейзаж, даже графический, вот если внимательно посмотреть, кто хорошо понимает, чувствует, вот, там присутствует обязательно поэзия. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.